Привет, друзья мои, вы снова на канале Вятка Хантер. Сейчас мы постреляем из пневматической винтовки Клар Армс Панчер Брекер. Стрелять мы будем на дистанцию 35, потом 50 метров. Попробуем, как винтовка бьет. Проверим кучность. Сегодня небольшой ветер, поэтому, может быть, меня будет плохо слышно и немного сносить пулю. В общем, попробуем. Смотрите, не переключайтесь, будет очень интересно. Сделаю сейчас первые три выстрела. Снимаю с предохранителя винтовку. Магазин я уже зарядил. Сейчас попробую пострелять. Я попадаю. Дистанция, напомню, 35 метров. Посмотрим. Стреляю я вот туда. Вот туда стреляю. Скажу, сейчас проверю. Немножко винтовка высит. Сейчас сделаю. Что, пару раз попал, ну, разброс со второго раза сантиметра, наверное, полтора. Сейчас постреляем на дистанцию 50 метров, посмотрим, как она будет бить. Для тридцатки я считаю, что вполне неплохой результат. Для 35 даже метров для пневматики я считаю, что это неплохой результат. Снимем мишень и посмотрим, как глубоко в сухую сосну врезаются пули. Ну, друзья, пули врезаются, я вам скажу, просто обалденно. Видели, да? Пули врезаются очень глубоко в сухую сосну. Дробь, наверное, меньше врезается. Тут, наверное, почти на сантиметр они уходят. Отлично. Не переключайтесь. Повесил я, ребят, новую мишень. И дистанция у нас уже 50 метров. Thank you.
Ну что, ребята, для полтинника я считаю, что просто отличный результат. Это уже очень большая дистанция, 50 метров. Выстрелил я 5 раз, один раз немножко сорвал. Это сам чувствовал и видел, что чуть-чуть сорвал. Может быть, есть смысл пострелять еще дальше? Как вы считаете? Давай попробуем. Очень сильный ветер, ребят. Мишень даже срывает. Переставил мишень на 70 метров. И сейчас немного постреляю, покажу вам результат. Не ожидал, конечно, такого, чтобы пневматика так далеко стреляла. И так точно. На полтинник у меня была простая переломка, она там на 20 метров расплевывала пули, закачаешься. А тут стреляет здорово. И мощно. И хлопок громкий. Довольно-таки неплохой, мне кажется, аппарат. Единственное, что неудобно для меня, это вот этот подсвечник. Могли бы его сделать как-то пониже, или прицел поднимать на выше. Неудобно, вкладываться неудобно, видно. А так стреляют отлично. Достойный аппарат. Давайте посмотрим. Что сказать, ребят, о данном образце пневматического оружия. Вот эти два выстрела стрелял под сильный порыв. Под сильный порыв ветра. А тут уже ветра не было. И вот кучка она. Ну, я не скажу, что сильно раскидана, даже в десяточку попал. Вот так вот. Неплохо бьет. Хозяину винтовки хочу передать огромное спасибо. И одобрить его покупку. Вполне достойный экземпляр. Стрелять уток, я считаю, что просто идеальный вариант. Уток рябчиков. Здорово подарил такой вид оружия. Так, что вам сказать еще? Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Скоро поеду на охоту, попробую там походить с собачками, подловят глухарика, на лося охота запрещена, посмотрим, может на бублике вечером посидим, пока у меня на выдру стоит, вот вроде как не идет. Посмотрим.
удачи, ни пуха, ни пера. С вами был охотник Серега и канал Вятка Хантер. Всем удачи.